Несколько минут назад Северная и Южная Корея возобновили переговоры по урегулированию разногласий, которые привели к серьезному обострению в регионе в последние дни. Стороны попытались разрешить конфликт около 10 часов, но предыдущая встреча закончилась безрезультатно. Хотя сама идея начать переговоры может свидетельствовать о желании избежать войны, обстановка на границе остается напряженной. Войска обеих стран готовы в любой момент начать боевые действия. Как утверждают в Сеуле, Пхеньян удвоил артиллерию линии разграничения и вывел в море большую часть своих подлодок. Вчера истек срок ультиматума, который Северная Корея предъявила Южной с требованием прекратить пропагандистское вещание на границе. В КНДР угрожали применить силу, но Сеул заявил, что на уступки не пойдет.